На городских помойках должно быть чисто. Согласно последним изменениям в правила благоустройства, управляющие компании полностью несут ответственность за порядок на контейнерных площадках. Во вторник специалисты управления ЖКХ отправились в рейд по городским помойкам. Подобные выезды происходят ежедневно. На этот раз в центре внимания микрорайон Московский. В неделю осуществляется более 140 выездных инспекционных проверок, из которых в районе 90-100 санитарное состояние контейнерных площадок находится в удовлетворительном состоянии. Остальные 30 находятся в неудовлетворительном состоянии, то есть наличие крупногабаритных отходов. И первая же контейнерная площадка в неудовлетворительном состоянии. Мусор из контейнеров утром, видимо, вывезли, а вот крупногабаритные бытовые отходы лежат уже не первую неделю. Все дома окружающие, вплоть до частного сектора, везут мусор к нашему дому. Поэтому даже, может быть, я и оправдываю, управляющие компании не успевают они вывозить. Они вывозят, я не говорю, что они не вывозят, но меня возмущает то, что вот у нас единственные вот это контейнеры, единственные на всю округу. Решать проблему нехватки контейнеров должны не жители, а управляющая организация, которой они платят. Инспекторы зафиксировали факт неудовлетворительного состояния площадки. Понятые расписались в акте. Теперь на управляющую компанию будет составлен протокол об административном правонарушении. Грозит он штрафом порядка 40 тысяч рублей. По сути, недобросовестные сотрудники управляющих компаний за невыполнение обязательств должны платить рублем из своего собственного кармана. Каждый год, в конце года, управляющая компания отчитывается за расходы, за сборы, первое, значит, средств с граждан, и за их расходы. Соответственно, управляющая компания должна за них отчитаться, что они собрали, что они израсходовали и куда. Если в отчетах появится строка о том, что они этими средствами заплатили, значит, штрафные санкции, которые выставлены в адрес управляющей компании за несоблюдение требований договора управления квартирным домом, то в таких моментах мы, конечно же, готовы разбираться и будем разбираться. Соседняя контейнерная площадка в этом микрорайоне оказалась в таком же состоянии. Здесь и старые оконные рамы, которые, кстати, должны вывозить сами жильцы, и ветки деревьев. Кронирование явно проводила управляющая компания и сама устроила свалку. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.